До Нового года остались считанные дни. И несмотря ни на что, вокруг нас предпраздничное настроение, елки и апельсины. С новогодним настроением, с вами я, Дмитрий Нгуен, и это программа «Прожектор новостройки». 2013 год для строительной компании «Фортпост» и финансовой компании «Респект Стройинвест» был ярким и насыщенным. В течение всего года не умолкал шум строительной техники. А в сентябре 2013 года был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Молодежный». Подводя итоги, хочется еще раз вспомнить самые яркие моменты уходящего года. Строительство жилого комплекса «Молодежный» началось в середине 2007 года. Первая пусковая очередь секции ГДЕ были сданы в эксплуатацию в июне 2011 года. Строительство второй пусковой очереди жилого комплекса «Молодежный» секции АБВ началось в середине 2010 года. Общий метраж жилого комплекса «Молодежный» составляет 50,5 тысяч квадратных метров. В доме 6 подъездов, 16 этажей, 477 квартир. Дом оборудован двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 килограмм, а также всеми необходимыми коммуникациями, включая кабельное телевидение и интернет. Придомовая территория оборудована детскими игровыми площадками, местами отдыха, гостевой парковкой. Проложены подъездные пути. Жилой комплекс «Молодежный» был введен в эксплуатацию в сентябре 2013 года. Марина Викторовна, чем вам запомнился уходящий год и что бы вы хотели пожелать харьковчанам в новом 2014 году? Уходящий год был для нас продуктивным и насыщенным. Мы сдали ЖК «Молодежный», отметили пятилетний юбилей финансовой компании, начали строительство нового жилого комплекса «Черемушки». Мы провожаем этот год с благодарностью. А в новом году мы хотим пожелать всем харьковчанам добра и благополучия. Также финансовая компания совместно со строительной компанией «Фортпост» подготовили для вас новогодние акции по коммерческой недвижимости и паркингу «Автоград». Подробную информацию вы можете получить в офисе компании или на сайте. Мы желаем всем процветания и удачи. Партнер проекта – финансовая компания «Респект Стройинвест». В июле 2013 года строительная компания «Фортпост» начала строительство нового жилого комплекса «Черемушки» по проспекту Победы 65Г. Если летом здесь велась разработка грунта к котловану, то уже сейчас мы можем видеть очертания будущего дома. Мы находимся на строительной площадке, где полным ходом ведутся строительные работы. В первом пусковом комплексе жилого комплекса «Черемушки» выполнены работы по армированию и бетонированию железобетонных конструкций до четвертого этажа жилого дома номер 1. А также выполнена гидроизоляция и произведена обратная засыпка фундаментов здания и цокольной части до проектных отметок. Заканчивается устройство свайного поля и выполнен котлован по третью секцию жилого дома номер 2 второго пускового комплекса. В данный момент ведутся работы по бетонированию вертикальных железобетонных конструкций четвертого этажа жилого дома номер 1 первого пускового комплекса и заканчиваются работы по устройству свайного поля секции номер 3 жилого дома номер 2. Иван Иванович, какие работы по строительству жилого комплекса «Черемушки» у вас запланированы на ближайшее время? В ближайшее время по жилому дому номер 1, первый пусковой комплекс, запланировано выполнение монолитных железобетонных конструкций пятого этажа и кладка внутренних стен цокольного этажа. При этом по жилому дому номер 2, третья секция, второй пусковой комплекс, запланировано выполнение монолитных железобетонных конструкций, ростверков и ленточных фундаментов. В дальнейшем планируется, не снижая темпа, производить работы по устройству монолитного железобетонного каркаса жилдома номер 1, а также продолжить работу по выполнению монолитных железобетонных конструкций, ростверков и ленточных фундаментов жилого дома номер 2. Нашей целью является завершить 2013 год высоким результатом выполнения поставленных ранее задач. С каким настроением вы провожаете уходящий год и что бы вы хотели пожелать харьковчанам в новом 2014 году? Провожая уходящий 2013, в 2014 году мы с полной уверенностью будем двигаться по намеченному направлению, воплощая в жизнь проект жилого комплекса «Черемушки». Харьковчан хотелось поздравить с наступающим праздником Нового года, пожелать стабильности, добра и благополучия. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Строительная компания «Фортпост» и финансовая компания «Респект Стройинвест»
поздравляет всех харьковчан с наступающим Новым годом! Ха-ха! Любите! Мечтайте! Никогда не останавливайтесь на достигнутом! Потому что мечты сбываются! С наступающим Новым годом! Партнер проекта – финансовая компания «Респект Стройинвест». Нас ждет год синей деревянной лошади. Лошадь энергична и вынослива. Она любит тружеников и уважает чувство свободы. В преддверии Нового года хочется пожелать всем нам любви, терпения и непримиримой воли к победе. С вами я, Дмитрий Нгуен, и это программа «Прожектор новостройки». Увидимся в следующем году.